Вот, все, тихо. Вот, водилы, короче, плюс альфа едет на метку НГ плюс БТР, короче. Сейчас. Мы уезжаем, что ли? Ворон, хочешь прикол? Машинки-то не Давай. откроются, пока туда БТР не приедет. Да. Либо через 10 А, минут. есть, ясненько. Короче, вот все сидят, кроме БТРа, на базе. БТР едет до КамАЗов. Так, дальше. Люди прыгают с альфой по КамАЗам, короче, едут на базу. И уже с базы делают вот такой маневр хитрый. Хотап, тогда сразу по старту едем. Хитрый лис. На север ломаем и едем за буры. Вот ворон, Понял. хитрец. Тактика. Какой гениальный Хитрец. план. А знаешь, что будет там? Там на въезде, в дамбу, на выезде по ПТ-мине поставят, мы сразу два грузовика теряем. А там ведь А там респается наш отряд это заград. какой-нибудь камикадзе один отправится, пусть проверит. Так, а там ведь вроде заградотряды не должны появляться. Так Не, вон они Пашу должны можно доехать. отправить. Пашу отправьте туда, Да, да и пускай вон проверит. Пашу отправляем Почему у меня туда РПК? посторожить. Че за говно такое? Все. Позови, а мы разве не на автомобиле Москву, мы на ЖД разве? Пусть они нас ждут там и на ЖД мосту, а мы поедем вот так. Смотрите, грузовики потом, вот как к дамбе будем подъезжать, грузовики будут стоять вот здесь. Плескрик в конце. Черт. Давай тогда охрану обоих Флагмок не мостов. получится. Слушай, слушай, Вора. Давай охрану обоих мостов тогда на штурм отправим. Дамбы А запад. зачем? Мы лучше толпой зарашим вот эту дамбу и все. Ну, в смысле, мы подъезжаем, тоже в бой вступаем, А как и с двух противник сторон давим. спается на дамбе, что ли? Ну, на дамбе там большое отделение. На севере карта А там где разве не флажок. наши на дамбе должны Нет. респать? Нет, наши на ЖД мосте. ЖД мост, тут запад. ЖД мост, но А, мост изменили, обычный. что ли? В смысле, так и было Так и изменено. было, да. Раньше всегда на ЖД, на... Мы ведь Слушай, я, едем наверное, с лучше колонной. знаю, где Было. что было. Мы с колонной едем, у нас был наш, этот... Наша дамба была и оба моста. Нет. Ну Только два как же? моста. Дамбы Мы там. там, помнишь, СПНом Дворы, штурмовали два Валеш, ну, моста? дворы, Цыц! Тридж, блядь, я эту миссию делал, наверное, лучше знаю. Ребят, Не, мы сейчас же Валеш, будем ты прошлой там что-то версии говорил, обсуждать. где-то зайти с запада или что-то там говорил? Я говорил о том, что раз мы не идем через оба моста, они нам Ага. нахер не нужны. Так, я У тут. них там, у каждого есть по УАЗику. Они грузятся в эти два УАЗика, едут в Березники и с юга атакуют эту дамбу. А они могут оттуда выехать с моста? Да, они свободно А, уезжают. ну да, пусть они атакуют. Пожалуйста. То есть мы будем Оба моста? рашировать дамбу. Ну, держать, грубо говоря, там бы нужно, чтобы колонна прошла. Слушай, Наблюдатели поставить. Ворон, будь человеком, вот смотри, я своих пацанов возьму вчетвером. Мы с Беттером приедем на эту, на ЖД станцию, засаду там запилим, туда преследование по любак проедет, там целое отделение. И мы Так, их блин, попочикаем. БТР нам будет нужен на дамбе. Да, на Ну ты БТРе прикинь. вы, в БТР вы заберете. Мы, там УАЗик есть, просто Так, а мы пустой разве не стоит. охрана колонны? Мы Мы вроде рядом с охрана. грузовиками респаемся. Просто без Нет, БТРа нас нет, вынесут. нет. Нет, вы БТР берете, смотри. Не надо. Короче, В он хочет, смысле, не чтобы мы надо. вчетвером в Да, не людском вынесут. состоянии остались Пошли, там. пошли. Да, и засаду запилили, потому что у нас гейминга, который раз нету, мы хотим гейминга. А так мы целое отделение хотя бы задержим или положим. Вам придется против только одного отделения на Бадамбе и спину воевать. А у них там УАЗик с ДШК еще есть на севере. Мы Так, положить короче можем. говоря, делайте все, что хотите, но когда грузовики будут на метке стоп-грузовик, БТР должен быть на дамбе. Принято. Ясно? Так Так. точно. Ничего не пойму. И пока дамбу не зачистят, грузовики дальше не поедут. Ой, да. Принято. Так бы. Надеюсь, у грузовиков будет охрана. У грузовиков Ну будет да. охрана, так. Альфа вся Сами водители. и часть справа, Ок. ну и водила. А мы идем в самоубийственную атаку. Ну мы Через... поедем через Так. юг по дороге, там в спину зайдем. А знаешь, позови, вот здесь вот остановиться. А Только в назад тот ехать. метку. С ЖД моста есть мины и все такое. Может, они сделают засаду на южной дороге? Нет, они не могут сделать. У них там чисто автоматы и все. Ну, как бы их еще есть. Ну, у этих... Какая техника? УАЗики? Один УАЗик с ДШК и Урал, по-моему. Я Может, случайно все-таки сделал попробуют их на точку южной дороге сломал. задержать? Вот где-нибудь. Не знаю, может быть.
Тут пометка. СПН стартует в Протвино, кстати, в этом. В Березники и так проезжать по маркерам? Ворон, или по дороге? Так, да, мне кажется, лучше через это, через холмик. Хорошо. Да, я тоже думаю, что... Потому что на дороге минус, скорее всего, поставят. Я случайно чью-то зеленую точку стерт наверху, извиняюсь. Паша, бан. Паша, бан. Заметку. Весь план вообще... У меня вопрос такой. Ребята, внимание, из Браво. На старте остаются Штольц, Иванчик и Кекснар. Вы остаетесь, ждете, пока к вам приедут грузовики. Неваляшка, Творог, РМ и Тридж. Мы грузимся на броню Беттера и едем на старт грузовиков. Там будем делать засаду. У Кекснара дополнительные гранаты для РМ. Ну, с ним. Кто на Беттер грузит? Сразу давайте по старту тогда. Сразу, поедем. Беттер прям при старте едешь вот в колонию. Это кальфи, точнее, с грузовиками, короче. И там мы быстренько распределимся, кто на какой грузовик сядет. Так, Снар, ты тут не забудь эти гранаты скинуть Рэму на старт. Так он сейчас может их скинуть. Ворон. Ворон, Неваляшка, короче, мы минут 10 их там половим. Через 10 минут они по-любому должны появиться. Не появятся, мы на УАЗике по ЖДшке валим. Вы будете ловить с БТРом или без него? Без БТР уезжает. Ладно, хорошо, ловите там сколько хотите. Так, а у нас бардак на мосту автомобильном еще есть? Не удалял? Должен быть. Удалял, там нет. Два УАЗика у них только. А какая связь у Браво? Не знаю, включите себе канал какой-нибудь. Ну, вы вместе, вы переходите на канал Альфа, вы будете одной охраной. Все, понял. К Альфа. Это грузовики, вот в Вадиу тоже на Альфе сидите. Так, а БТР, он же у красных. Тоже на Альфе или где? Так, а Фокстрот, что-то я не вижу. Еще раз, под водилами кто подразумевается, потому что там ни один слот водил не был занят. А, нет, там это, был слот, кто-то занимал. Ну, короче говоря, вот, все, что стартует на КамАЗах, все приходят на Альфу. На Альфу. И все, кто стоит на базе БТР, там тоже на Альфу переходят. Да, на базе БТР-то зачем? Ну, в смысле, которые там остаются? И ждут грузовики, тоже на Альфу ходят. Так, господа, охрана ЖД моста, вы... У вас какой канал, какой группу написали? Ворон. БТР тоже на Альфу? БТР на ДВ сидите, у меня ДВшка есть. Понял. Вы между собой можете по КВ связываться. Ага, все, ладно. Паша, ну вон написано наше КВ. Ну или хотя можете на Альфу пойти. Кстати, Валь, там, по-моему, ДВ у БТР и у ДВ у командиров отделений не на одной частоте. В смысле? Там не одинаковая кодировка и не слышно. Наверное. Возможно, кстати, это потому, что я выдавал рюкзаки не натовские, а эти РД-54, а БТР-70 считается синим, потому что он часовочный. Так, давайте это. А, группа железнодорожного моста. Ну, если, короче, с БТРом не свяжемся, то понял, на Альфу выйдем. Понял. Еще раз объясняю всем, чтобы все поняли. Те, кто... обозначены мною у тех, у кого теги Nov Games, они прыгают на БТР, вместе с БТРом гонят на север, на метку Адил плюс Альфа. Там, когда БТР приезжает, ВПшники выпрыгивают, пилим засаду. Остальные собираются, едут по дороге обратно на базу. После этого БТР вместе с кучей групп прикрытия, которые остались на базе и которые забрались со станции, едут по меткам, штурмуют дамбу Запад. В это время со старта отделения, которые стартуют на мосту и на ЖД, мосту Запад, садятся в УАЗике и штурмуют дамбу Запад с юга. Либо делают засаду на дороге на метке тут, на СПН. Да, и на дамбе Запад стоит ДШК и Зуха, так что будьте аккуратны. Разумнее. Стоп, Зуха? Да, Зушка, она палит переезд дамбы. Но там ее не особо хорошо видно. А там боты или кто? Нет, там люди. Зушка стоит вот прямо вот так, метку дам. То есть она прямо палит переезд в упор. ДШК палит акваторию этого залива. Так, ну тогда делаем вот так. На метке стоп, грузовик спешиваю. Да, спешимся, короче, и нет.
Там... Мы нет, поднимемся на высоту, попробуем посмотреть бетера. Да, и с бетером, короче, вот кто люди идут, постарайтесь вот до ШК из ушку вынести. Ну, с РПГ. А, нет, РПГ у вас не будет или будет. А вопрос, а БТР умеет плавать? Может, она... БТР, да, умеет. Плавать? Да, тоже думаю, может, на островок ему заплыть. Да, заплыть на островок и с островка его пострелять. Но он пока переплывать будет, его ДШК увидит, расстреляет. Да, даже не ДШК, это... Там, блин, нет, высоты не хватит. Зоха может плывать, переплывать. ДШК тоже разнесет. Да. Так, я так понял, отряд лучше железнодорожного моста мы будем расстреливать. Хорошо. Никто не отзывается. Там не будет никто на зушке сидеть, это расстреляйте. И еще там есть фоновый, по-моему, БТР, который просто стоит, на него внимание да. не обращайте. Он так горит, там, нет. для атмосферы. А задание это не началось еще? Нет. Еще нет. А кстати, он, кто зашел? Вы ему сводик включили? Резиновая минута. Он же сейчас это за наблюдателя будет, у него сводик. Да, нет, по-моему, там зашел. Нету включенных слотов, по-моему, не было. Играет, все, не поиграешь. Да. Для тех, кто не в курсе, вообще что надо сделать в миссии, надо доставить два грузовика, либо в Зернитру, либо в Ковров. То есть можно один в Зернитру, другой в Ковров. А можно спросить? А у всех сейчас текущее задание ТВТ, и там просто черная карта, вот карты нет. Ну, потому что ты зашел, походу. Да, это ты уже зашел на старте. А что теперь делать? Ну, спирта посмотреть комиссия закончится. Будешь. С таким планом она быстро закончится. Да. Главное, пехотка там, вы далеко не высаживаете. Не, я играл нормально, все было. Да-да-да, ты просто смотри, ты перезашел, когда уже миссию включили, это и слотов не оставили. А у меня слоты были, как я зашел? Нет, они не были. Там не было АИ включили. А я включил. Так, проходим 42%. Ну, не знаю, короче, посмотрим. То, что поехали. Ты включил, это ничего не значит. Они должны были изначально да, включены. Это надо до запуска их включать, чтобы они на карте существовали. А карта у вас уже есть? Там, кстати, на да, у нас все есть. Погнали. Погнали, короче, посмотришь. Творог, как будем засаду? Прямо на станции пилить или южнее по ЖД проедем? Как хочешь, мне пофиг. Канал я написал. Канал я написал. Все, короче, я тут один. Стартует, донос, сейчас стартанем и все скажу. Второй ну, части права сразу стартует. Переключаться на альфу? На канал? Да. Пацаны, что-то я не пойму. Так, ну я мы не там, где надо. Русских. Чё там как мне надо? Чё? Ну я мы не там, где мы должны были быть. Ну мы на автомобильном. Мы там. На автомобильном мосту. Там ссылки неправильно не работают в брифинге. Да, Невальшка не поправил ссылки. Ссылки. Проверка. Что-то я ничего не пойму, так БТР же русский. Так, у нас что тут все за оружие? У нас УАЗик. Класс, ну все, грузимся, УАЗик едем. Да лах, баба. Ай, как всегда говорит. Дамы и господа, у нас бензина. Что там много? Да, много в кавычках. Сколько? Палка? Нет. В процентах? Не, это как его, треть от третьей, короче. Одна девятая. Юшки. Куда так, ехать? Ну давай тогда на юг по дороге. У тебя GPS есть? Нет. Да по дороге и направо потом. На юг, короче, назад взъедь, потом ну, направо, короче. Сейчас я сделаю. Там, не ошибешься. Ты только не врежешься, стой, дурь! Не сцать. На права-то хоть сдавал? Я учусь только. А, только учишься? На мосту разворот делать. Кто тебя учит? Прав... Запрещены развороты на мосты вообще по правилам. Вообще на Руси. Мост это штука. Война. Ёшкин твой кот, да? Ой. Так никогда и не. И стоянка увидим. Тоже. Сейчас колесо лопнет. Все нормально. Да, ну отлично. Так, я чувствую, мы сейчас гореть будем. Половина бензина вся. Мы сейчас летим.
Мы, кстати, могли спокойно поехать, а ну, по дороге в Анапис. Дороги пустые. Так, это перекрестка еще не доехали же, да? Нет. Нет, только едем. Сейчас на перекрестке направо, да? Да, да, да. Это, он тут желтый-зеленый. Украина. Желтый-синий, синий-желтый. Да, это какая-то Гвинея. Я пытался докричаться там до группы охраны железнодорожного моста. Вы в курсе, какая у них КВ вообще? ЖД-мост? Да, ЖД-мост, который. Мне так ничего не сказал никто, и хрен знает. Да, мы их... Прям по прямой едь до первого перекрестка. До первого перекрестка. Паш, ты не сможешь не достучаться по одной простой причине, что мы же дома смотрите. А, ну понятно. Один сами до себя достучаться. Круто. Так, это как я понял, мы там первый поворот проехали, повернули направо, едем сейчас по прямой, да? А у 1-1 нет КВК. Ага, хорошо. Сейчас приедем, будет проехали. Будет поворот, остановишься, мы там высаживаемся, потому что дальше уже ехать опасно. Там уж пешочка. По PCM, дальше поедем. Да. Что магазины на бой. Да, я вообще не все. Так как я стреляю. О, заправимся. Это... Думаешь, сработает? Да. Да, работает. Нифига себе. Там все полный бак, то есть... Да смысл мы поехали. Хотя есть кто-то вместе с колонной. Ну, какой-то УАЗик управляет. По-моему, уже до города добрался. Да, да, да. Надо 5 тел. Мы уже приехали. А вот там ангары есть металлические, может, да. На первом перекрестке. Ну, да. Мы перекресток уже проехали, короче, останавливаюсь здесь. А можно спать куда-нибудь? И дальше спать? Мы просто гореть будем, я думаю. Там же нас встречать будет. Ладно, приспокоимся. Стоять уже. Блин, ну ты молодец, я в дом вышел. Да, у меня. В смысле, ты в текстурах, что ли? Я в доме стою, внутри. Ты в текстурах? О. Что? У меня боль откуда-то. Во. А, нет. О, вылез. Ладно. Вылез, вылез, ну что? Да я через УАЗик, через УАЗик можно. Телепортация. Нет, нет. Так, ну что, идем, нет? Ну, у нас на ноль мост. Вернее, не на ноль, а там... Ну, на ноль идем. Серьезно, да. Такие у нас странные УАЗики. Так, а ДВ мне не дали, как всегда, да? Хэ, давайте. Так, на шепот переходим, а то как в прошлый раз меня сейчас придет, кто-нибудь убьет. За друг друга не бегите, а то сейчас БТР. Или БТР? БТР наш. А, ну тогда ладно. Они уже приехали? Ну да, там война уже. Да, это твои не мог так быстро там. Ну факт. Да ему еще на север надо было ехать. Да. Это вставай. Охрана, скорее всего, железнодорожного моста пришла. Они рядом там были, стартанули. Да, я не это, не пытаюсь экономить. Быстрее бежи, чем я скажу.
Осторожно, рядом. Есть еще ГП. Клир, толкай. Че? Гранат дай свои все сразу. Не. Елечки дай. Я за холмом думаю. Да, за холмом. Клир пошел. Вы растянитесь влево и вправо, по лосой, а не с кучкой одной. Надо пойду ты со своими связался, пожалуйста. Или у них никого. Ты в нашу сторону. В нашу сторону, да. Может холмик обойдем слева и вправо, а то мы выйдем прямо на это. Сейчас под холмик подойдем и посмотрим. Господи, я орать начал. Стоять тогда, стоять. Я машин пойду. С правой стороны река мы не обойдем, тогда лучше с левой. У нас каркары чего летит? Угу. Я пошел, ну-ка сейчас посмотрю что-то. Да-да, посмотри сначала там. Пока по кругу смотримся, чтоб нам не пришли поцуки. О, Арма, я так тебя люблю. Пытался принять морфин, а он исчез. Что видно? Кидно? Кидно. Ползу, все? Не-не, ползу. Вот отвечай, не пугай нас. Блин, здесь лес, ничего не видно. Давайте поднимемся, посмотрим, что. Господи. Помашем рукой здесь. Ну тут лес, ёлка, скрывает, по крайней мере, ничего не видно. А оптики у нас ни у кого нет, как я понял, кроме у меня бинокль. Нет. Спереди бинокль на двое, да, я приключу, хотя все из-за ленты. Я тебе одну линзу могу отдать. Обзор, конечно, 10 на 10. Прекрасный обзор. А, дым вижу белый. Это знак того, что они сдаются, кстати. Я думаю, нет. Вижу резиновую лодку. Проверка у меня будет. А, вижу трубу, трубу под горой, трубу под горой. Походу не наши, не часовочные. Вы на 20 убежали, много да? Много трупов, три трупа. Поднялись наверх мы, да. Три трупа у подножья. Да, да. Что у меня с интернетом, я вообще не пойму, вылетает. А у меня каналы перепутались опять. Нет, так, я вижу. Это не наши, да? Стоп, а чё за фигня, чё тут за трупы? Это эти, повстанцы или как? Вы уже тут воевали, что? Ну, вижу, конечно, ты не слышал. Ты труп. Вижу, вижу часть бункера. Паша, ты связался с ЖД мостом? Тогда стоим, сейчас я буду связываться. Вижу, враг бегает. Это может быть не враг. Как? Так, прием, Альфа. Так, есть на это на канале кто-то атаковал дамбу? Нет подозрения, что сели в ВТФ-ку люди с вами. ТП не да. На раз-два. Кто стрелял? Не наши. Походу врага расстреляли, это все ЧДКЗ. Да, там еще подбегает к бункеру кто-то. Ну пока не это, не высовываемся, не светимся, просто сейчас связь навожим. Да, не светимся, то еще нас поймут. Да, НГ прием. Есть кто-то сюда? Прием. Прием. Есть кто на ДВ? С горы, снайпер, с горы. На 100. ПЗ-то слышишь? Ты атакуешь дамбу? Мы дамбу уже взяли, Паша. Мы с другой стороны подошли, с юга. Это на холме стоим. Вы по нам с СВД стреляли? Нет, СВД у нас нет. Принято, двигайтесь быстрее через дамбу, проводите грузовики, не тупите. Мы с южной стороны, у нас грузовиков нет.
Это группа охраны автомобильного моста подошла. Принято, принято. Давайте, Паша, это ухо. Так, снайпер у нас здесь где-то вражеский. Ага. И здесь ЖД, этот мост, охрана. Может, все на их колонны? Давайте, это 121.1. У них, да? Как еще раз? 121.1. Их рация. Переходи туда еще? Да, туда переходим. 121.2, пардон. 121.2. 1? Да. Ну, на карте написано, на карте написано. Я? Да, все, на связи. Я с Пашей был, все нормально. Паша, мы на ваш канал снайпер пришли. Я понял, я понял, идем чистить. Я слышал, откуда. С 80 снайпер работает. Сейчас буду смотреть. На побережье, скорее всего, где-то. Нет, он не на побережье, мы в бункере находимся. Он работает с где-то с 80. Есть вражеская КВ. Грузовики, черт, где? Почему на ДВ никого нет? Едут они далеко еще. ПЗ, надо найти этого снайпера. Он на другой стороне видит. Так точно, он на другой стороне, видим вас. Вот кто сейчас бежит, совёр, тебя могут пристрелить. А он на другой стороне, скорее всего, меняет позицию, сейчас нас найдет и начнет убивать. Давайте я переплыву, посмотрю. Ну, нет, не надо, оружие может просрать. Лучше к берегу сейчас отступить всем. На лодку садись, слышишь, на лодку садись и переплывай. Каркарыч, в ту сторону. Так, я с Каркарычем. 320, да? Переплывать или куда? Да на лодках да, можно переплыть. Так, давай я с Каркарычем тобой быстренько подплывем. Задымите бункер, если еще есть дымы. Да, у меня есть дым. Дымите по бункеру тупите. Блин, давайте быстрее, чего вы тупите? А что? Они закрыты. А, это правда. Ладно. Все, отошли быстренько, подошли к дамбе, закрепились. Нашли себе позицию, держимся. Дымите, если есть дымы. Я, короче, поплыл на ту сторону. Как мы нашего друга милейшего выкуривать будем? На 126. Я могу к нему переплыть, не надо. Каркарыч, ну тут оружка у пацана выпала, оружка, так что за спину прячь. Ой, хорошая у него выпала. Взял бешумку от ихнюю. Так, ты тоже патроны. ПЗ, у вас есть там этот, какая-нибудь тяжелая техника, так был? Нет, у нас ничего нет. По мосту, кстати, можно перебраться. Ползя можно перебираться. Барта закрыта. Не вариант. Закрепитесь на этой позиции и держитесь. Только голову не высовывайте, что вас этот тупой снайпер не снял. Нашел оптику. Вы, блин, все рации уже забрали с них. 12-й у них КВ вроде было. Два дыма нашел. Дымите, ребят, дымите максимально дымите. Продолжайте дымить без конца. Это вам спасет вашу жизнь. Кто стрелял? Я нечаянно. Что ты яешься? Я на том берегу, ребят, у меня есть ДВ. Паш, найди там ДВ. Там ДВ, короче, у парня лежит, по-моему, в бунке. Но я рядом с этим парнем. Давай, бери. А Зуха еще целая там? На нем есть патроны? Да точно, Паша, Зуха. Я могу отработать по берегу сейчас. Бизар, на связь, прием. Так, я сажусь в Зуху сейчас. Буду работать, смотреть, откуда огонь идет. Да нет, ТВ. Кто сейчас на дамбе за мной, прием? И свои, на дамбе свои, но снайпер вражеский есть, прием. На дамбе есть только снайпер вражеский. На дамбе вражеский снайпер. Почему метки нету? Почему стоит точка наша, а метки нету? Давайте, исправляйте, ставьте метку. Я пока на Зуху сажусь, отрабатываю по берегу. Да вы что, меня игнорируете, что ли? Я не понял.
тебя не слышно было. В смысле быстро? У нас есть командир, Ворон. Все вопросы к нему. Я командую Беттером. Все, Зуха пустая. Пулеметчик, ты все, ну клир, там враг сзади тебя. Сзади? Да, там с ВДшник. Где он? Где он сзади, ребят, у че? Ну, ну клир просто сзади там к врагу стал. 40 что ли? Да. Димак, мне сказали, что Ворон вам. КЗ, ДВ надо? Да нет, не надо. Кузай, может перетащим еще движка? Паш, ДШКМ к берегу. А, ДШКМ. К какому берегу? Тут несколько берегов. Вытащите, прямо на берег, к воде. А, ну давай, Савер, есть возможность? Ну, попробую. Так, не тупите, голову не показывайте. Быстренько его разобрали, быстренько ушли. Скорее всего, сейчас снайпер ищет новую позицию, так что это. Ворон, Димак, слышишь меня? Я принял, я сообщил грузовикам, и мы тоже выдвигаемся на дамбу. Все вместе, быстро садитесь и быстро едьте. БТР впереди колонны, колонна идет позади, то есть основная, типа, грузовики. Никого предлагаю... не ищите, если идут, стреляют по вам, прорывайтесь. Предлагаю группу часть переправить на тот берег, прочесать берег. Нет. Нам лишний смерть не нужен. После дамбы чисто, прием. Да, все чисто, мы все прием. Только... гранатами забрасывают нас. Нас гранатами. Это СПН, походу, приехал. Ищите противника, он сзади вас. Работает что-то. Юг. С юга, да? Ищите противника быстрее. Дима, тупите, быстрее езжайте. Принял. Я уже сообщил, на той стороне двигаются, мы тоже двигаемся. У нас на той стороне, походу, есть противник с юга, СПС. На нашей стороне? Я КМ с ГП нашел. Ну, значит, ставьте летки, блин, сейчас колонна нарвется. Езжайте, это приказ, быстро, блин. У нас Ворон тут, командир. Ворон мне сказал, я по ДВ-7 вообще. У меня тоже дела. Я вижу БТР. БТР, проезжайте на ту сторону, пусть на вас трубы потратят люди. Спасибо за оказанное доверие. Не за что. Быстрее давайте, парни, на этой стороне это снайпер, на той стороне СПН. Давайте быстро, очень быстро, чтобы вас не было видно, и по дорогам уходите. Скорее всего, они, сазовцы, да умудрились написать с СПН. Возле бункера враг, похоже, возле бункера. Я КПшу. Ну клир, что ты забегаешь? Открывайтесь, давайте быстрее. Да вы не бегайте, ложи, ну же, передвигайтесь. БТР, дави огнем лес. БТР, подавите огнем лес. О, подавило. Так, колонна назад, колонна назад. Назад. Назад, колонна. Назад! Да вы что, тупые что ли? Уезжайте, блин, быстрее на ЖТМ. Уходим, все на другую сторону моста уходим, быстро. На северную сторону моста. Ты будешь жить. Есть у кого морфин? У меня тут. Перейдите, да. Ой, ну клир, дай морфину. Нет. Пацан, морфин, быстро меня. Иванчик, морфин есть? Карпарыч, лечи его. Перебрались на ту сторону.
берегу стоит БТР. Можем на ходу. ЖД. Группа за мной, уходим. Вы перебрались на ту сторону? Тут Каркарыч остался или я только? А ЖД мост неизвестно. Автомост. Я имею в виду дамба, на ту сторону мост, дамба. Каркарыч. Группа, уходим, забудьте о всех, добейте раненых, мы уходим отсюда. С холма. Уходите оттуда, вы что, глухие что ли? Уходите, да пока уходим мы. Дымите, взрывайте, хоть что делать, уходим. Уходим в сторону ЖД моста. Все, переходим на ту сторону. Каркарыч вылетел. Сема, ты тут еще на связи? Да вы еще не поняли, что ли? Ребята, уходите, пока вас там всех не грохнули. К ЖД мосту уходите. Да я лечусь. Уходите. Задвигайте, уходите. Так, группа, всем выполнять сдвиг. Да живые мы. Истеричка. Да блин, ну куда ты бы... Угу. Все, давай отходим. Кто еще? Что, вижу тело. Сейчас отползи влево. Дави. Давай, отходи, пока. Да, отход, ползаем назад. Не знаю. Ты отползай, БКВ. Лучше убегай. Все, я за холмом. Снайпер на работу. Его мы накрыли. Убили, по-моему, да? Наверное. Да. Давай здесь я думаю, там, потом меня поднимет. Давай. Так, они сдвиг делали, да? Да, пока вода. Отличный сдвиг. Какой у них сдвиг? Отличный. Вот это вопрос, они частоту поменяли. Подавай, свяжись. На ДВ есть кто? Прием. На ДВ есть связь? ПЗ, мы вас слышим, отлично. Кто у вас?
На какой вы перешли частоту? Частота первая группа Альфа. На карте имени. Принял. Они на частоте первой группы Альфа. ПЗ, как у вас там, нуклир? Живые ребята, нет? У нас Каркарич, нуклир живые, мы убили снайпера, сейчас будем двигаться в сторону ЖД моста. Принято, подавай, это сообщать не нужно, было, но все же. Двигайтесь быстрее, ребят, мы заняли ЖД мост с Иванчиком. Пересекли ЖД мост, короче. В рот, 220, 220. Уходите, все, нарезку, уходите, все. Говорю, ПДВ, ЖД мост, это, две, три машины, да Урал, не надо ПДВ это говорить, противника на ШДВ, ну что же вы за люди? Спасибо, что не сказал сделать пресс, если ты знаешь. 50 раз это в рацию в ДВ сказал. А стоп, поднимаемся по хамуху. Уходите, все, уходите в зону, в города, которые вам нужны. Что? Илья там. Илья? Раненым? Раненым? Ну, ладно, пусть он раненый лежит пока там. Не, он живой, я его поднял, он под... Говорю, там враг не вылазь, он побежал прям. Ну мы вроде накрыли снайпера и... Бросьте! ПЗ, слышите меня на КВ? Бросили уже, бросили, мы уже все двигаемся. Я же уже 50 раз вам сказал, не нужно ни с кем воевать. Мы прикрывали отступление. Чье отступление? Своей жопой вы должны были сами все бежать. Своей группы. А куда там на в синюю зону именно заехать? Нет, там в город какой-то. Читайте заметки. Западный город, Западный город. У нас нет времени читать заметки, мы со всех выпуск. Простите, есть. Пожалуйста. Сейчас я прочитаю заметки. Город Зернирта. Или город Зернирта, слышите? Один из двух. Так, кто со мной движется, не подсказывайте, народ, смотрите едет, по сторонам едет, лучше. Короче, за мной. Здесь наверняка какая-нибудь хрень будет с валами или тому подобное. Что-то взорвалось. Они, наверное, бегут свои. А, они бегут. Это же ДМОСТ, он видел уже. Они, наверное, проехали его уже. Нам на другую сторону надо перебраться. Паша, а можно вопросик? Я так понимаю, у пацанов нехило пригорело насчет того, что мы их там убили на респе? Наверное. Короче, это Илью Ди-2 с собой, Паш, приберите, а то он это, ну, в первый раз в армии, скажем так. Ну, мы уже далеко от него. Мы уже, да, далеко. Все, ты с кем там общаешься-то, слышишь? А, я тут. Ты с кем общаешься-то? Ты там противник где-то с ПНРФ? Ну все, колонна прошла, фу, повезло. Тут БТР стоит на мосту на самом. Уходи оттуда, вот тебе говорят, оттуда. Уходи с дамбы быстрее, Семен, вали оттуда на юг. Ой, на запад, по-моему. На юг ему надо идти, на юг там. Не надо ему если... на юг, это к СРПН прямо. На север уходи. На север, оттуда на восток, от востока на север. Да, Альфа на север. Насколько? Там кто-то сидит, Паша. Двое выживших. На мосту, на ЖД, на ЖД мосту. Кто-то. Мы, Паша, Паша, мы ЖД мост держим. Понял. Господи, вы что несете? Сказали, ЖД мост приняли, приняли. Если к вам на ЖД мост. Это репит, прошел город Кирсан. Вы помните, да? Я слышу, да, сзади, если вот это щепор. Живой, да. 320 пулемет работал от ЖД моста. А кто ЖД мосту бежит? Свои, свои. Свои. Паша. Блин, я устал, не могу добежать. Все, Пашка, он прорвалась, я лично это видел. Только там что-то, какие машины нам перевезти надо было? Там какие-то два пехотные. Два ура. Там вообще 4 машины, 2 топливозаправщика, одна какая-то такая, короче. Патроны и топливо. Да, патроны и топливо. Все, больше не будет там никаких. Что там, они покают тебе что-то, что ли, там пригорело? Нет, нет. Топливо надо достать на 2. Отлично. Все, миссия конец. Победили? Наверное. Ура! Гранаты под себя. 5 настрелял.